Снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, выехали с товарищем Валерием на Макарты, на плотву. Ну, я сегодня хочу порыбачить на кивочек боковой. Хотя я закинул удочку на поплавочек, но, честно, я не успеваю из-за кивка посматривать и туда. Там уже голый крючок на поплавке. Вот Валерий успевает понемногу ловить на удочке. Да. Брату привет! Брату привет. Да, друзья, вот здесь метров 5 от нас, где Валерий бросает, за что-то чепляется вечно. Но скорее всего, что сетка здесь находится. Потому что немного приподнимаешь, чувствуешь, что рвешь. Ну, это наверное сеть. Вытащить ее, попробуем камнем вытащить. Ну, как уже выплывать будем. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал «Вокруг водоемов». Поехали! Ну, хорошо ж так нагнул, ё-моё. Да, это ты пыл же сказал. Угу. Вот, уже чуть-чуть получше. Тут бутерброд уже поменьше. Так, друзья, на кукурузу с карамелью поймал вот такую плотвинку. Хорошие. На удочку закинул кукурузу с карамелью, а сам ловлю потихоньку на кивок. Вот, друзья, смотри, какую верховодочку поймал на опарыша. Хорошая, крупная. Ну, не с дна, с полдна. Ух ты, хорошая. Ты что, карась? Ого, хороша. Хороша. Мать, тебе подвой. Да. Смотрите, друзья. Ух ты. Если бы будет, то у меня. Да. Валерия уже ушла такая. И не будем смотреть. Да. Такая плотвичка. На опарыша.
карту взял еще. Не говори. А, це вітрок у тих, так вони і летять тепер. Що? Вітер у тих і летять тепер. Це прикормить її. Ждет. Пробует. Пробует. Бачив, это хорошо. Иди сюда. И на красный, и на белый. На все воно бере. А иди сюда, блин, и тебя ушла, ё-моё. Что такое? А что она у нас? А что, это тоже такой хороший лапать был? Ну то плесняк, ему уже там год до год. То вообще плесняк был. Или видно, ну да, что-то может там лежит, и они крутятся. На рыбака, не? А, в рыбнадзор, наверное. Да, по-моему, рыбнадзор. Рыбнадзор. А, ну так. Ох ты, красавец! Хороший! Да. Два раза притопило, я увидел. И на третий раз даже уже стрелял.
хорошо приподняло. Кивок приподняло. Выложило. Ух ты, ёханый бабай! Это! Не рок, а птичка такая вот эта, с длинным клювом. А мы ж закрышили, а она ж, это понимаешь, теперь вот то, что мы закрышили, она и кушает. Она и рыбу нам будет пугать. Вот она ныряет и вот и собирает то, что ну, она. Вот это тебе и птичка. Она ж и рыбу распугивает. Вот это она там собирала, вот эту приконку. А не, она тебе даже купила. То есть она тебя отогнала, ко мне пригнала, да? Друзья, извиняюсь, конечно, что снимаю не так, как обычно, да, в садочку, но мы очень спешили, потому как много людей выезжало, выплывало, и чтобы рыба не пропала, мы быстренько, то есть так и вышло. Вот так я поймал, и Валерий примерно так же сам. Ботва отлично брала на макартах, на кивок было это вообще замечательно, как и видели, поставил рогачи, и удобненько все можно было ловить. Все, друзья,